Сарайди может и пробить. У него отличный удар. Головой. И держится за заднюю поверхность бедра. Все свое мастерство и, наверное, и оставшиеся силы вложил трудяга Сарайди в этот удар. Потрясающе красивый кадр. Но, тем не менее, передача в штрафную площадь, прострел, 1-0! 1-0! Базель выходит вперед на 89-й минуте! Вы слышите это? Сент-Якобс-парк гремит каждой из своих трибун. Во втором тайме Юнайтед сдал. Входит атаку на правый фланг. Это еще не конец. Подача Дармиана. Златан бьет. И сколько же будет добавлено? Остановок, кстати говоря, во втором тайме было побольше. Замены и пару раз футболисты просили оказать им помощь, полагая минуту.